Добро пожаловать в BMW. Доброе утро, друзья! Мы находимся сейчас в Мюнхене. Это второй день. Сегодня у нас будет насыщенная программа. Я выспался. Отличное место с многими туристами в одной большой-большой палатке. Я, наверное, давным-давно так не делал, но в этом есть свой шарм. Значит, мы сейчас едем в центральный офис BMW, посмотрим музей. И оттуда рванем, скорее всего, либо в центр, либо в парковую зону, где у них стоят местные дворцы. Такой план на сегодня. И не забывайте подписываться и ставить лайк. Ну, мы начинаем. Итак, друзья, мы приехали в легендарнейшее место. Это BMW-центр. Посмотрите. Но это не все. Сейчас я вам покажу, где находится BMW музей и главный штаб-квартира BMW. Главнее не бывает. Почему? Потому что мы в Мюнхене. Это то самое место, где производят самые такие крутые, я бы сказал, машины среднего и премиум-класса. Также в группу BMW входит компания Mini, это мини-куперы. Добро пожаловать в BMW. Вышла новая модель i5, электро пятерка. Да и вообще мы сейчас посмотрим, что происходит у них. Уже большие группы образовались, чтобы посетить музей. В общем, сегодняшний выпуск любителям машин. Смотрите, какие раритеты. Турбо. Пойдемте посмотрим еще здесь. Очень классное здание они сделали, конечно. Смотрите, красота какая. Давайте пока с вами сходим в BMW World. Музей еще не открыт. В 1913 году на окраине Мюнхена Густав Отто и Карл Рапп, объединив две авиамоторные фирмы Otto Flugzeugwerke и Karl Rapp Motorenwerke GmbH в один завод, наладили совместный выпуск самолетов.
После начала Первой мировой войны потребность в их продукции резко возросла. При содействии правительства и выполнении ряда реорганизаций в 1916 году появилась Байерische Flugzeugwerke AG, BFW, а в 1917 году родилась знаменитая Байерische Motorenwerke, то есть BMW. В дальнейшем руководство компанией принял австрийский промышленник Франц Йозеф Попп. А на должность главного конструктора был приглашен талантливый инженер Макс Фриц. Под руководством Фрица производство авиадвигателей вышло на новый технический уровень, а оборудованный двигателем BMW самолет в 1919 году устанавливает мировой рекорд высоты полета — 9760 метров. В том же году была утверждена и эмблема фирмы — круг из четырех секторов. Два белых, вращающиеся лопасти, и два голубых, просвечивающиеся сквозь них небо. С окончанием Первой мировой компания BMW оказалась на грани катастрофы из-за поражения Германии, а также из-за данного ей запрета на производство авиадвигателей. Но предприимчивые руководители быстро обнаруживают новую нишу, которой стали мотоциклы. Первый из них, R32, появляется в 1923 году и обретает массу поклонников благодаря своим скоростным качествам и надежности. Что, не крыша капает? Ответ Харлею. Ну что, пора почувствовать себя байкером. Тяжелый парень. Да, после Бали, конечно, к байкам у меня особое отношение стало. 1800 кубов. А вот такой более спортивный. Тоже дисплей. Напишите в комментариях, какой мотоцикл вы водите, или вообще водите ли, и насколько это меняет вообще все вокруг для вас, когда вы становитесь байкером. Ну ничего, да, прикольно они сделали. Интересно. Небольшой дисплей. Все очень так удобно и комфортно ехать. Я думаю, да, какую-то часть жизни надо посвятить в байку. Все в этой жизни надо попробовать. Рано или поздно. Тут тоже вот интересная секция, только надо понять, как туда попасть. Там, по-моему, можно и в машинах посидеть. Ну, хотя, что там сидеть в машинах, господи, можно на обычную дилерскую всегда прийти и посидеть в машинах. Легендарная BMW M8, которая взорвала маркет. Прекрасная модель. Прекрасная новинка от компании баварского производства. Красавица. X6. Интересно, они открыты? Сейчас посмотрим. Ну, конечно, они закрыты. Даже на дилерских можно походить, посмотреть. X5M. Хороший обвес у него. Классно. М70. Ух ты. Вот это я еще не видел.
красавец. Колеса можно было бы помыть. Но вот на самом деле вот эти передний дизайн, это, конечно, такое сомнительное мероприятие. Как будто, не знаю, мне не очень нравится, как будто BMW вообще потеряла свой истинный вкус. Да, что-то вот на любителя, скажем так. Вроде смотрится неплохо, но напоминает всякие Hyundai. У Hyundai такая тема пошла. И тут раз так BMW начала выпускать. Кто принимает решение сейчас, вообще непонятно. Ну, здесь стандартные AX3, AX, электровеники. Вот в разборе сделали одну BMW, показали, как все устроено. Как на полу находится... батарейные сектора. Очень огромное количество электро BMW вышло в этом году и в позапрошлом. Так, сейчас посмотрим. 240 киловатт. Это где-то, да, где-то 300-350 майлов получается. А это что за М-ка? М3, что ли? М3 хэтчбэк? А, это М135. Угу. Но тоже, кстати, симпатичная. И выглядит очень хорошо. Вот М4 не очень прикольный. Я не знаю, почему, мне не особо нравится. Вроде как бы и дизайн прикольный, но что-то не то. Что-то не так вкусно они сделали. Да? Напишите в комментариях, нравится ли вам М4. Ну, тоже как бы на любви. М2 вообще какая-то странная получилась. Тоже вот эти обтекаемости какие-то, вот видите, они такими сделали, ромбовыми. Многогранники сзади по кузову. Вот эту тачку я люблю. Вот она, настоящая, классическая. Ее ни с кем не перепутаешь. Легендарная, я бы сказал. Оставили ее, видите, как элемент исторического производства. А это что? Hello. You want to sign the car? Yes, of course. Yeah. Cool. Where are you from? United States. Okay, cool. Los Angeles. Wow. Like, there were some people right here from California just 2 seconds ago. I know you can choose your color. Let's choose this one and... you can do whatever you want. This one, yeah. And please add your home country as well, like your name and where you come from and yes. Whatever you want. Yeah, okay. Let's just find the empty space. Josh USA. Чем мы напишем где-нибудь? На фарах можно написать. Кто-то номера подписал. Так. Где бы... Ну, сейчас войду в историю. Так. Уже практически не осталось места. На лобовом, конечно же, напишем. Так вот. И с другой стороны. Вот это комедия. Cool.
Итак, друзья, теперь мы сегодня побудем в BMW Museum. Это уже следующий такой туристический объект. Находится он прямо в том же месте, где находится штаб-квартира. Купили билет за 10 евро. Пойдемте посмотрим, что там. Hello. В 20-е годы в истории BMW появились два влиятельных бизнесмена – Готайр и Шапиро, к которым и отошла компания. Шапиро организовал массовое производство британских малолитражек «Остина в 7» в Айзенахе. Причем выпуск был поставлен на конвейер. К 1928 году их было изготовлено более 15 тысяч единиц, и они сыграли решающую роль в возрождении BMW. В 1933-м появление шестицилиндрового мотора на первой модели BMW 303, дебютировавшей на Берлинской автомобильной выставке, стало настоящей сенсацией. На новой модели 303 была установлена решетка радиатора с фирменным дизайном, выражавшимся в наличии двух вытянутых овалов. За два года производства BMW 303 компании удалось продать 2300 таких машин. В 1936 году появляется впечатляющий спортивный автомобиль BMW 328 с алюминиевым шасси и трубчатой рамой. К началу Второй мировой войны BMW стала одной из наиболее динамично развивающихся фирм мира. В то же время самолет, оснащенный двигателем BMW, пересекает Северную Атлантику с востока на запад, а Эрнст Хенне на мотоцикле R12, оборудованном карданным приводом, гидравлическими амортизаторами и телескопической вилкой, изобретенной BMW, устанавливает мировой рекорд скорости для мотоциклов — 216 км в час. Производство расширяется после заключения секретного соглашения с Советской Россией о поставке ей новейших авиадвигателей и их лицензионного производства. Большинство советских рекордных перелетов 30-х годов были выполнены на самолетах, оборудованных двигателями BMW. После окончания Второй мировой войны большая часть заводов BMW была разрушена. К тому же победившие союзники вводят трехлетний мораторий на производство, поскольку компания участвовала в поставках авиадвигателей, автомобилей и мотоциклов немецкой армии. И вновь, как и четверть века назад, BMW приходится искать пути спасения. А как говорил незабвенный Остап Ибрагимович, помощь утопающим — дело рук самих утопающих. И опять от краха компанию спасли мотоциклы. Сначала одноцилиндровый R24, а затем двухцилиндровый R51-2. В 1951 году BMW пытается возвратиться в клуб автопрома и приступает к выпуску модели 501 класса люкс. Но, несмотря на все навороты в новой модели, производство автомобиля оборачивается финансовым крахом для компании. И именно тогда BMW решают вернуться к тому, с чего компания начинала в 1928 году. На этот раз для копирования была выбрана микролитражка Isetta, разработанная итальянской фирмой ISO. Во-первых, ее единственная дверь находилась спереди. Рулевую колонку сделали раздвигающейся и на шарнирах, так что при открытой двери руль оставался прикрепленным к ней. Во-вторых, еще одной особенностью была существенно меньшая ширина задней колеи по сравнению с передней. Впрочем, остальные послевоенные мотокупе смотрелись ничуть не лучше. И так получилось, что Isetta была на 80% лучше, чем ничего. Но уже через год презентованная публике двухместная Isetta вызвала сенсацию и пользовалась неплохим спросом в Европе. А за 8 лет было произведено аж 160 тысяч автомобилей. Именно крохотная Isetta позволила баварским моторным заводам восстать из пепла и продолжить производство автомобилей. К 1959 году компания полностью вышла из кризисного положения. В 1962 году появилась новая модель, получившая индекс 1500.
Четырехдверный автомобиль сочетал в себе легкость, компактность и спортивность. Новинка имела успех и была выпущена в количестве 23 тысячи экземпляров. Несомненно, 60-е годы для компании были успешными. Ведь в этих годах появились первые версии знаменитых автомобилей BMW. Модели 3-й, 5-й, 6-й и 7-й серии. С появлением 5-й серии стартовало производство принципиально нового поколения автомобилей BMW. Особых успехов BMW добилась и благодаря купе 3.0 CSL, выигравшая 6 европейских чемпионатов. Эта модель была оснащена 6-цилиндровым силовым агрегатом с 4 клапанами на цилиндр, а также тормозной системой, оснащенной ABS, совершенной новинкой на то время. В 1977 году с созданием 7-й серии обновление всех серий BMW закончилось. В 1986 году был представлен автомобиль BMW M3, который стал самой успешной моделью компании и завоевал первое место чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам. На протяжении следующих 5 лет BMW M3 лидировал на спортивной сцене, а в 1987 году компания продолжила традицию 30-х и 50-х годов, разработав экспериментальную версию нового родстера. BMW Z1 получил ультрасовременные компоненты, а серия же ограничилась 8000 экземпляров и служила скорее чем-то вроде рекламного хода для привлечения внимания к компании. Производство автомобилей не стояло на месте. В начале 90-х годов были созданы компактные модели 3-го поколения 3-й серии и купе 8-й серии. 1994 год для BMW был годом серьезного пополнения. Концерн приобрел промышленную группу Rover Group, а вместе с ней и крупнейший в Великобритании комплекс по созданию автомобилей марок Rover, Land Rover и Mini. Покупка этой фирмы позволила пополнить список автомобилей BMW недостающими внедорожниками и моделями сверхмалого класса. В 1996 году автомобиль BMW Z3 7 серии впервые получил дизельный двигатель, а в 1997 году на суд общественности был представлен мотоцикл R1200C, который являл собой совершенно новую интерпретацию дорожного мотоцикла. Его сенсационный дизайн гармонично сочетал в себе традиционные и футуристические элементы, а полученный двигатель мощностью в 61 лошадиную силу был самым большим из когда-либо создававшихся оппозитных двигателей BMW. Весной 1998 года дебютировало 5-е поколение успешных седанов 3-й серии. Из планов на будущее глава компании Харальд Крюгер заявил, что в 2021 году BMW продемонстрирует новую модель iNEXT, которая получит передовую электрическую трансмиссию и станет ответом на электромобили компании Tesla Motors. Посмотрим, что из этого выйдет. Ждать осталось совсем ничего, 4 года. В марте 2016 года концерн BMW Group реализовал наибольшее количество автомобилей за один календарный месяц на протяжении всей своей столетней истории. В сумме клиентам по всему миру было передано 240 659 автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, на 3,5% больше по сравнению с мартом 2015. 2016-го общие продажи выросли на 5,9%, составив 557 605 единиц, а 2015 год стал самым успешным за всю историю концерна BMW Group. Суммарные продажи по всем брендам 5-й год подряд устанавливают новый рекорд. Всего же клиентам в 2015 году было передано 2 247 485 автомобилей BMW, Mini и Rolls-Royce. Прирост в 6,1% по сравнению с предыдущим годом. Выручка в 2015 году – 92 миллиарда 175 миллионов евро на фоне роста продаж автомобилей и благоприятных валютных колебаний. Компания BMW, история которой началась с крохотного авиамоторного заводика, создает свою продукцию на 5 заводах, расположенных в Германии, и на 22 дочерних фирмах, разбросанных по всему миру. BMW является одной из немногих компаний, не использующих на заводе роботов.
Весь процесс сборки осуществляется вручную. Применяется лишь компьютерная диагностика основных характеристик автомобиля, что еще раз подтверждает высокое рукотворное баварское качество.